В Одессе по горячим следам был задержан убийца 80-летней женщины. Сотрудник милиции совершал обход своего поселка и в одном из домов обнаружил окровавленное тело хозяйки с явными признаками насильственной смерти. В результате принятых следственных действий была установлена личность убийцы. Им оказался 28-летний иностранный гражданин, который несколько месяцев назад купил в селе дом и поселился там с семьей. След именно этого человека взяла служебная собака, которая привела работников милиции в его квартиру. Однако в доме уже никого не было. Семья так торопилась оставить домовладение, что забыла выключить свет и даже закрыть дверь. В ходе осмотра дома были обнаружены и изъяты доказательства, бесспорно указывающие на его причастность к убийству пенсионерки. Поэтому правоохранители начали проведение мероприятий, направленных на установление его местонахождения. Задержан злоумышленник был на следующий день при попытке покинуть Украину.